أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья дорогие сестры дагестанцы муфтият республики Дагестан дает предварительную информацию по поводу предстоящего праздника согласно информации полученной с различных источников в этом году праздник Ураза-байрам намечается на 2 мая Ввиду отсутствия вероятности наблюдения Луны, месяц Рамадан в этом году будет завершен 30-дневным постом, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.